Ну и хочу сказать, что если вы меня так приметите, у меня очень, чем отличаюсь, у меня очень богатый опыт уже жизненный. Я прошел практически все виды работ. Я был военным 2 года, на севере служил, потом работал в науке, в промышленности, в Ленинском районе, сосед ваш, и был первым секретарем Ленинского райкома партии. Поэтому все проблемы коммуналок, протечек, вы знаете, что такое райкомы партии раньше, от протечки, значит, в ванной до спора мужа и жены, все это, так сказать, входило. Есть практический опыт вот, решения таких насущных проблем. И в то же время я вот жил в сельской местности, хорошо знаю, что такое настоящая работа, сельский труд, что такое сельская жизнь. У вас, я смотрю, тоже проблем вот таких бытовых достаточно много. Наверное, вот получилось так, что нет ни одной сферы жизнедеятельности, где бы я не сталкивался. И именно поэтому я считаю, что вот мой опыт может быть востребован. Потому что важно решать местные задачи, но масса проблем у нас не решается. Почему? Потому что не все решено на верхнем уровне руководства. Вот мне это более-менее понятно. Мы где-то в 90-м году создали такую команду аналитическую, достаточно серьезную. Военно-космические войска, офицеры, подводники, физики, математики. Я по образованию физик. Хотя доктор экономических наук потом уже. Вот. И мы понимаем, что нужно сделать наверху. Но сделать что? Нужно сделать все для блага простого человека, кто вот дела делает. Потому что у нас говорят, денег не хватает. Но если посмотреть на общий баланс, с деньгами у нас как раз все нормально. Проблема в том, что они распределены вот так. У кого-то густо, у кого-то пусто. Вот в этом проблема. Проблема в налогах. Вот сегодня мы только что издали монографию «Экономика инновационного развития», где вот подробно расписано, что нужно сделать в стране. Нужно сделать, чтобы упор был на человеке труда, а не на посредниках и банкирах. Вот основное звено, которое губит Россию, это банковское звено, потому что процент, под которым надо идти, он просто убийственен для людей. Это просто узаконенное как бы воровство. Я доказываю, что судного процента не должно быть вообще. И такие экономики известны, они прекрасно работают. И в Европе сейчас нулевой судный процент, а в Японии никогда не было судного процента. Вообще никогда. Поэтому все это решаемо, но это как бы замалчивается. Вот наш опыт позволяет взглянуть на эти вещи иначе. Поэтому у меня в программе первая проблема – это человек труда. И, значит, что нужно сделать и как перераспределить средства. Вообще русский человек так устроен, что у нас в душе всегда справедливость. Причем справедливость – это не всем поровну. Справедливость – это когда никто не живет за счет труда других. Да? А то один там картошку выращивает, а второй деньги под процент дает, а третий нефть качает общенародную. А живет, к сожалению, не тот, кто живет своим трудом. Вот. Ну и вот если дальше говорить, то главная проблема, вот если мы сделаем все для рабочего человека, то у нас все проблемы в стране будут сняты, и будет настроение нормальное у людей. А главная забота вторая, это семья, дети, женщины. И, конечно, пенсионеры, потому что, понимаете, любое государство, оно тогда сильно, когда оно о детях думает и о пенсионерах. Среднее звено, оно само должно жизнь определять. И вот надо сказать, что по детям у нас тоже, вот, ну, поскольку я ректор университета 10 лет работал, есть прекрасные методики, и мы знаем, что нужно делать, но здесь нужны некоторые новые законы. То есть я эти вопросы прекрасно понимаю на уровне законодательства, как и что нужно изменить. Потому что семья – это зернышко, из которого произрастает наша государственность. Сейчас нас пытаются превратить в планктон, в том числе наших детей, на которых можно зарабатывать просто деньги. А что для этого надо? Надо, чтобы они закурили венца, потом таблеточки. Вот. Мы курс я специальный читаю о основам мировоззренческой безопасности. То есть даем детям информацию, что их просто разводят и на здоровье, и на деньги. И что нужно понять, и как противостоять этому. Потому что если у нас будет крепкая семья, то семья зернышко, из которого произрастает все, что есть в государстве. И именно сегодня наносит самый мощный удар по этому основному институту, по семье и по образованию. Я считаю, что здесь очень серьезные упущения, которые невозможно, к сожалению, изменить без перемен на уровне законодательства. И нужно дать большие финансовые возможности муниципалитетам,
То есть деньги должны быть не вот там, в Кремле, а вот здесь, вот у ваших ребят. Вот, собственно.